Всем привет! У нас вовсю идут новогодние праздники. Вот, Фандюша не хочет, чтобы они... Ну, Фандюша... Вот, видите, Фандюша не хочет, чтобы они заканчивались. Вот так вот напраздновалась, всякого наелась, да? В общем, поэтому мы решили продемонстрировать вас наряд, который всех покорил. Мы его уже, конечно же, одевали на Новый год. Фандю! Позируй нормально, ты чё? Забыла все, расслабилась. Все были вообще шокированы красотой этого необычного комбеза. Смотрите, какой он оригинальный. Ну, у нас всегда, в принципе, все такое оригинальное. Поехали! Сейчас только для вас у нас примерка. Андюш, давай. Ну, пумпон, конечно, этот. Или это бумбон, как это называется? Пумпон? Ты пумпончик. Он немножечко ей велик. У нас либо мало, либо сильно большое. Как-то в последнее время с размерами проблематоз. Ой, какая красота! А уши что у оленя? Не уши, а эти рога. Вот красиво как! Вот это да! Вот это красота! Ну-ка покажись, Фандюша! Ну-ка покажись! Очень красиво тебе. Очень обаятельно. Иди, Фандюша. Иди, скорее, 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 скорее. Пойдешь гулять? Ой, как удобно в этом костюме. Очень красивый наряд. Фандю, тебе понравился такой наряд? Конечно, понравился! Всех с праздничками! Пока-пока, мои любименькие!